Сейчас поток пойдет под музыку. Ага. Сейчас. Смотри. Протягиваем чуть-чуть. Опа! Ю-ху! Пытаемся, друзья, выбраться. Вот совсем по-другому. Вот, вот наш секрет оружия. Строгая процедура взвешивания. Оп. Взвесили. Оказалось, что пилот перелил водички. Плавя превышает разрешенный вес. Водичку слили. И сейчас его еще раз взвесит. Thank you. Bye. Принцесса взвешена. Все в порядке. Ну, у нас запас 7 килограмм. Мы же худели с капитаном оптимизмом. Правда, потом был пиво. Я даже не знаю, сколько сейчас. Было 88 три дня назад. Сегодня третий день соревновательный у нас, и мы первый день отлетали на четвертом месте были, второй день отлетали были десятыми, но в итоге в сумме сохранили четвертое место в тотале. Ну и сейчас стабильность признак мастерства, то есть главное летать спокойно, стабильно, и ну, это очень тяжело, честно скажу, что вот именно стабильно летать куда-нибудь. Малейшая ошибка, очень близко идут результаты, очень плотно летают пилоты. То есть прямо вот мы в первом упражнении 13 секунд слили за счет захода в зону. При пересечении финишной линии как бы под нее нырнули ниже, чем нужно. Ну, ошибка. Вот она нам стоила 13 очков и третьего места. И сейчас бы тоже, если бы, да кабы, соответственно, бы сохраняли третье место. Да. Ну, увы, будем бороться. Друзья, как едет планер открытого класса, размахом метров, как говорится, 26, а то и 28, такая вот длиннющая хрень. Me too! Друзья, о! What? Have a good fly! Друзья, готовимся, капитан Оптимизм зарядил все приборы. Все хорошо? Надеюсь. Вот, хорошо, что сказал волшебное слово «все». Я, друзья, может быть, не столь эстетичен, зато весел, надежен и практичен. Так. Крейсер «Аврора». Отлично. У нас куча народа уже запустила моторы. Сейчас полетит куча пыли. А капитан Оптимизм еще даже не сел в планер. Фух. Ай. Так. Ты принцессу стукнул? Ну, чтоб слушалось. Слушалось. Друзья, вот только что совершил самый большой проступок, который можно совершить. Не застегнул одну лямку и стукнул ей по борту принцессу. Когда такое сделают студенты, у них неделя помойки планера. Фух. Мы готовы к взлету. Третий летный день чемпионата мира. Не расслышал. Неделя на помойке? Да. А. О. Залезай уже, посмотри, вон уже. Полайки Гаута. Гаута, полайки, кто делал катист, дос на бар. Сейчас идет. Не могу лишь бы кричать. И так человеку трудно. Больной человек залезает. Вот он, перед нами летает. О, пошел, сейчас пойдет пыль. Очень быстро они сегодня раскидали, кстати, грид. Мне понравилось. Бегали все как электровеники. Прыг-скок, 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 прыг-скок. Пошел самовзлетный, попрыгал. Самовзлетный. Мы тоже так можем, но не хотим. Ну, понял. Может, нам повезет, шеф, и будет сегодня шмелик? Шмелик. Падико, мне дегат рыблицы. Пылища, ой. Все, мы следующие.
Нам повезло, нам повезло. Подруливает помощней наконец-то что-то. Вместо... Оп. Оп. Ну. Знаете, какой прекрасный желтый самолетик. Ну, шеф, ты будешь взлетать как истребитель сейчас. На 4 я тебе поставлю, или на 3 оставить? Нет, на 3. Любитель взлетать странно. Зафиксировал? Да. Ух, какое ускорение-то. Это вам? Да, слушай, взлетели существенно бодрее. Вот что значит мощность. Мощный аппарат. Какой-то на нем стоит мощный мотор. Ой, как прикольно кататься вообще на планере. Это Яночка наша. Видно наш городочек, который рядом с нами совсем. Взлетел быстро, а тянет слабо. Ну, это поршневой. Ага, ну не шмелик, ну ладно. Ну, надеюсь, друзья, все-таки заснимем вам взлет на шмелике. 0,9 метров в секунду тянет нас вот этот странный летательный аппарат. Друзья, как-то вся его прыть ушла на взлете. И все. Набрали, вот уже сколько нас от аэродрома оттянули, мы 100 метров всего набрали. Какой-то кошмар. Друзья, это кофемолка. О! Вот эта кофемолка пыталась нас... Пошла вниз. Вниз она хорошо идет. Вниз она хорошо идет. А так, конечно, отвратительно. Старт у него хороший и все, больше ничего. Больше ничего. Ты возвращаешься по треку туда, где поток был, да? Нет, иду к народу. Да, день начинался с испытаний. На 400 метров мы упали после буксировки. Ну вот взяли какой-то поток, уже собирались на аэродром возвращаться для посадки. Повторного взлета за нормальным буксировщиком. Тут с маленькими крыльями делаете тут. Да, чемпион мира. Ну, вот Филиппе Левин. Филиппе Левин? Да. Друзья, перед нами чемпион мира в открытом классе. Бывший и пока, ну, пока будущий. В смысле, он на первом месте идет. Вот его длиннокрылый аппаратик. Сейчас шеф в хвост ему зайдет. Давай. Да. Хоть поснимаем Филиппа Левина. Потом ему покажем видео. Мы, по крайней мере, знаем, кто с нами летит. Когда чемпион мира мне со своим размахом закрыл ворота. Да. Может, какая-то битва, друзья, тут идет. Капитан оптимизм, полон оптимизма. Но тяжело. Слабый поток. Слабый. Хочешь сказать, сильный? Слабый. Так, надо смотреть. Первый куда-то уходит. Ага. Так, уходим и мы. Кто-то увидел? Да. Короче, скажу так. Когда приходишь к кому-то высоко, значит, ты уже опоздал. Капитан оптимизм, а ты скажи, какая сегодня прогноз, какой сегодня? Ну, вот такой, что ниже к земле они будут, хотя мы один хороший там подцепили, но он, видишь, очень выдохся. И сегодня слабая погода, да? Ну, послабее. Самое главное, друзья, на борту, это хорошая музыка. Мы с капитаном оптимизмом используем AC/DC. Ну, надеюсь, нас за... Видите, за колонки бассейн идет, поэтому кусочек вставлю, надеюсь, не забанят. Шеф, тебе помогает хорошая музыка концентрировать потоки на чемпионате мира? Конечно, конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. Ага. Сейчас. Смотри. Протягиваем чуть-чуть. Опа! Ю-ху! Пытаемся, друзья, выбраться!
Шеф, эгегегегей! Вот совсем по-другому. О, вот наше секретное оружие. Нажал ивент. Так, у нас 24-29 минуту. Перед стартом работаем, друзья. Нажал я уже на кнопку ивент. У нас 45-ю минуту возможен старт. Был у нас еще один набор хороший на полторы также. Сейчас даже лучше. Ну и, в общем-то, надо думать о старте. Это время идет. А лететь там 400 километров почти. И по такой погоде неизвестно, как это еще что будет. Капитан Оптимизм гладит поток, уговаривает его. Да, поуговаривай, покажи, как ты делаешь. Ну, чтоб работал. Сейчас, видишь, не могу поток уговаривать, потому что то сверху, то снизу другие уговаривают. Чтоб не сглазить им. Да, в общем, такая групповушечка тут по полной программе. Французский экипаж нам тут хулиганит. Мешает активно. Куда-то полетел он, кстати. Да, тут вот. Стартуем 48 минуту. Сейчас подожди. Не дошли. Не дошли еще. Сейчас маленькую скорость держу, чтобы, если кто-то сзади, чтобы поменьше интервал был. Угу. Оп. Стартовали. Да, стартовали. 48-ю, 13:48. Ну, пошли потихонечку. Ох, понеслась, иди легкая. Двигаемся по маршруту. Впереди группа планиров купит. Достаточно большая. Там мы докрутить можем. Если держится вся такая куча, то это мощный. Но вот мощный надо по нижнему нам определяться. А нижний вот здесь. Будем? Не. Ты думаешь, что он просто так тут мигает? Ну попробуй, сделал, раз уж пошел на круг. Это чемпионат мира. Ну ладно, твоя правда. Видите, друзья, какой двоечник ваш покорный слуга. И какой отличник капитан Оптимизм. Сейчас они попробуют мясорубку сделать. Они перестроились к нижнему, да? А? К нижнему перестроились. Вот эти, да. Верхние перестроились. Мясорубщики. Мария Ивановна ругается. Ну все, поехали? Пошли, да. Там впереди крутят тоже. Мы вас оставляем, ребята. Вы там в минусах крутитесь, а поток здесь. Гоняйся. Чтоб не помешать. Ну да. Ну вот смотри, на горизонте далеко-далеко облака, но очень далеко. В речку Тису перелетели. Да, шеф, мне кажется, надо по прямой сейчас лететь. Да и почти все. Все, да. Там точно вилять, на такой угол не стоит. Даст Бог так, даст. Да, вот поле где, вот видишь, там такая деревенька с фермочкой справа. Вот там вот всегда брали поток. Два раза подряд уже, и вчера, и позавчера. То есть тебе чуть-чуть правее надо подвернуть. Правее? Сейчас. Точно правее. Век погоды не видать. Еще на 10 градусов правее. Ну, вижу, вижу, но все равно. Это там, вот эта дорога, она просто идет. Сейчас будут триггерные, вот это, канава идет, ну, да. Как триггер. Так. У нас уже тысяча. Речка у нас является проблемным местом. Она ухудшает погоду. У нас высота 1000. Надо где-нибудь брать поточек. Кипит в атмосферу, но потока нормального пока нету.
будет, где-то здесь живет. Живет где-то здесь, но пока пузырями брызгается. Ну ты каждый раз в том же месте думаешь? Ну да. Ну просто поле хорошее. Ну, поле надо по прямой на эти черные лететь, да и все. Ну, на, у нас, да. А то сейчас будем как швейная машинка. Да. Ну, чуть-чуточку правее. Ну, бери. Давай. Чтоб ты убедился. Чуточку, совсем капельку. Видишь, какой завод? Отличный триггер, шикарный. Он одинокий среди полей стоит. Но сейчас, по идее, от него должен быть снос быть. Если потоки есть, то где-то вот он, вот тут вот должен быть. На, выбирай ты. Давай, 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 давай. Если есть, то крути. Была нет, энергия? Нет, ну пихнулась, пыльнулась, она дальше по ветру, скорее всего. Держи ручку, ты лучше энергию чувствуешь. Я тебя просто привел в правильное место. Ну, not so bad. Подправиться чуть-чуть надо. А? Подправиться чуть-чуть надо обязательно. Поправимся, когда поймем, что тут и где живет. Взяли на 800 метрах потом, друзья. Низенько, конечно, сегодня. Мимо нас прошуршала, друзья, группа планиров. Вот она немножко впереди. Мы набрали высоту до 1100, было 800, 300 метров набрали, чтобы хоть чуть-чуть иметь возможность продолжать. Поток скис до метра, но уже в таком стоять самоубийство для дня. Но главное, что мы теперь можем немножечко прогуляться, не боясь, что будем слишком низко. Они отвернули на вспышку. Скорость. Видишь, вспышка. Ага. Они туда отвернули, но... Слишком сильно. Но слишком сильно. Не знаю, что они там делают. Нам очень не по пути. Сюда. Что делают те, кто летит рядом? Ну, нам... Делают влияние, и мы сбиваемся и начинаем как эти, как швейная машинка. То сюда, согласен. То туда. И... Я за ними слежу, шеф. Вон, друзья, там группа набирает. Но мы взяли свой. Посмотри на фларме, может, нет. Видно, сколько они там берут. Увы, нет. Но такие пузыри были перед стартом. Они то хороший, 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 а потом исчезают. Видишь, подошла энергия снизу. Ага. У них там, по всей видимости, чуть-чуть получше, но пока бы пришли к ним. О, вспышка вообще рядышком появилась. Ну вот, похоже, то ли от нашего потока, то ли от ихнего, то ли от обоих. Ну они там хорошо. Они хорошо набирают. Ну что, перейдем, да. Может? А? Перейдем к ним? Нет, вот сейчас, вот по дороге, да. Вон, они уже метров на 100 вышли. Вот здесь вышло, нас хорошо, хорошо, вот здесь. Молчу. У них и у нас. Фух, нервный спорт этот, планеризм, скажу честно. Дальше, друзья, в чем сейчас сложность? И все термики голубые. То есть это как вот очень тяжело искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Вот мы взяли поток, вроде как у нас 2,7, нормально. То есть по сравнению с тем говном, который мы крутили до, все намного лучше. Вот на 1800 метров заплавал поток. Капитан Оптимизм пытается понять, насколько поток пробьет инверсию и пробьет ли вообще. С
учетом того, что мы внизу набирали там в метре полтора, то даже вот сейчас 2 метра это еще неплохо. Я думаю, что если упадет до метра, мы бросим. И капитан Оптимизм пойдет в бой. Вот, он выходит. Вперед налево, на линию пути. Да. Где-то там на горизонте облака. Хочется верить, что мы туда долетим. Долетим. Так. Высота 1800. Отлично. Ну, совершенно другое чувство на такой высоте. Некой свободы. А то до этого все смотрелось весьма уныло. На облаках перейти, идти не так просто, потому что их много. И вот что делает твой друг, капитан Оптимизм? А? Что друг твой делает? Ну, когда два облака, еще не ясно, к которому идти, и он берет посередине, сдалека. Как ослик тот, да? А? Как Буданов ослик? Ну, посередине берет и смотрит, как развиваются. Друзья, ну вот да, такой маленький секрет. Вот наш маршрут, сейчас мы двигаемся вот по этой линии, вот сюда. Потом следующий пункт, здесь такая вот буква, W, сжатая. Пока мы где-то вот здесь. Гляньте-ка, снизу обгоняют. У нас 1200, у них метров на 200 ниже. Так они так смело шпарят. 300, даже больше. Да, смело шпарят. Затянулся. Затянулся. Дальше пошел. Дальше пошел. Ну, мы тогда тоже будем копировать. О, первая вспышка. Вижу ближе всего. Во. Ага, вижу тоже. Вот, друзья, что было, да? Видно, может быть, фонарь очень освечивает, там вспышечка появилась. Микрооблачко. А я слежу, шеф вперед смотрит, а я слежу за коллегами. Но они избавляют скорость. Избавляют, это шумиста. А до вспышки недалеко осталось. Чуть-чуть совсем сейчас. Но они тоже туда же. Ну понятно, тут логика-то одна и та же у всех. Что такое вспышка, для тех, кто не знает, вот микрооблачко появилось. Оно означает о том, что есть восходящий поток. Шеф, вроде ничего. На вспышку пойдем все равно. Не будешь закручивать? Нет. Буду. Чем становится вот этот поток после того, как... А ты их пропусти, они тебе вспышку найдут. А ты здесь еще кружочек другой. Чуть протянуть, уж поток хороший. И вот этот поток может, в принципе, такую же вспышку, друзья, создать. О, тоже встали. Внизу. Встали, встали. Все. Да, пора. Ну что, да, метров на 100 мы их сократили разрыв. И мы уже близко к вспышке. Как раз сейчас на нее и пойдем. Разгоняемся, шеф. Вот это... Но они такого внизу не получили. Да, да. И сейчас, по идее, энергетическая линия стоит. И начиная отсюда, просто да. Вспышки не было. Хотя уже была, там. Ну да, вот. Право. Сейчас нам придется так, расстояние 58, нам стоит отклониться. А, нам не надо отклоняться, 13 да. Налево надо. Вот она наша вспышка, в которой мы шли, видите, немножко разрослась. Ветер в левый борт. Мы хорошо подходим к ней. Сейчас посмотрим, будем мы тут набирать или нет. В любом случае, о, энергия есть. Капитан Оптимизм пошел дельфином. Пошел резвиться, как и молодой дельфин. Ну вот, хорошо. Ну да, у нас 1600. Если мы наберем, и там 200-300 метров, как бы сейчас не тот момент, наверное. Может
будет получится взять энергетическую линию и четко по этой линии энергетической шпарить на поворотный пункт. Это может быть очень успешно. Кстати, там вот как раз это все в стадии роста. Молодое, сильное. Здесь крига магигейн, чающаяся в небо. Вот в такой ситуации, как сейчас, друзья, подмывает взять влево под вот эти облака. Но надо понимать, что это приличный крюк к маршруту. Мы не настолько нуждаемся в высоте, чтобы скакать, как заяц. А впереди просматривается, ну вот кучки под нами. Вот, и при этом под ними есть хороший поток, просто еще облака не сформировались. Но энергия-то есть, и вот эта энергия просматривается и вперед. Поэтому мы вот по своей линии шпарим, игнорируя вот эти вот, вроде казалось бы, очень красивые кумулусы. Видите, как капитан оптимизм шпарит, не задумываясь, не задерживаясь. И практически не теряет высоту, но было 1700, стало 1600. Где-нибудь там возьмем впереди поток посильнее, подправим высоту. Ну, иногда вот так бывает и не везет. Нет, она была извилина, мы тут... А, как его? Надо было левее брать? Надо либо левее, либо правее брать. Мы хотели срезать угол, а когда срезаешь между энергетическими линиями, тогда другую энергию схватываешь. Понятно. Ну да, вот эта ошибка предыдущего потока. Ты взял и думаешь, что сейчас и дальше так пойдет, такая халява. Да. А она все-таки не пошла. Друзья, 1000 метров у нас. Снижаемся. Да. Иногда ловим минуса. Да. Минус 5, значит, здесь где-то живет хорошая. Если что, надо будет, наверное, налево подвернуться. Да. Вот это облако такое странное, не очень-то рабочее, но может и быть. Это в стадии роста. Ну, в ту сторону, наверное. Как ты думаешь? Ну, сейчас увидим. Или проскочили. Сейчас. Такой плоский, побольше сделаем. Посмотрим, где тут. Что тут? Не, надо идти. Надо идти. Но давай через вот этот. Ну давай. Раз так нас обманули. Да. Против ветра, грубо говоря. Отправимся. Кажется, как раз под это облако ты подойдешь, и там будет вода в стаге роста. А вот там вверху крутят. Ага. Только не вижу, где крутят. А? Над нами? Нет. Справа. А следующий. Ну. Такой свеженький, красивенький. Ну и давай, попробуй. Нравится. Сейчас мы его оседлим. Ну, друзья, смотрите, как выглядит действие капитана оптимизм. Сейчас он чуть протянет. Он пошел в ту сторону, как и мы. Вот сейчас вылезли в очень интересном месте. Да, согласен. Облако. Друзья, пустеклинное облако нас подманивает. По линии пути крутит еще один планер, но примерно на нашей высоте, примерно в нашей интенсивности. Погода здесь, конечно, получше стала, облака. Ну, 2,400 подъемность, выход у нас впереди как маркер, вот этот вот наш планер. И у нас красивая линия вроде как. Здесь через свежую вспышку шеф будет, и линия на повороте совпадает с грядой из облаков. Это очень хорошо. Не совсем совпадает, но... Ну, почти. Ну, вот лучше так, с упреждением на ветер брать. Смотри, он хорошо взял. Да. Догоняй его, шеф. О, внизу куча народу. Куча мала подстроилась. Поехали.
Ну да, я думаю, что да, поехали. В принципе, достаточно высоты. И мы заметили, что по прямой набирается лучше, чем с разворотом. То есть вот этот круг, который я посоветовал капитану Оптимизму сделать, оказался совершенно лишний. Последующее облако. Да. В чем есть смысл, друзья? Видите, у нас линия пути, вот линия на поворотник. Ветер в левый борт. Соответственно, если мы немножко режемся против ветра, оп, это является... Ай! Левитация. Извини, не слишком потянуло. Ты же сам говорил, что нельзя так делать. Это по парапланерному. Подворачивай на облако налево. Что-то мне сильнее, кажется, по центру, когда проходишь. Но ветреная сторона левая. Я знаю, но так как и первые крутили, и потом мы прокрутили. Ну давай, чуть-чуть. На ветреной должно быть, но... Ну... Вот где один крутит, ну, вот я говорил, высоко. Вот наветренная. И высоко. Высоко. Видишь, а так мы, получается, какую-то микровспышку твою взяли, любимую, но при этом не вышли на наветренную часть облака. Да. Соответственно, оно осталось для нас неотработанным. Крадемся пинчиком аккуратненько. Подбираем. Дальше. Так. Дальше нам надо, тут будет не совсем ну, правильно, да, но 21 километр. Но зато ответ потом снесемся по линии. А через дыру идти как-то тоже глупо. Вчерашний удачный подвиг совершил иначе. Так, не знаю, как тут поправляться, не поправляться, но на если этот... Если возьмем под этим облаком, надо дует на поворотник. А? Да. Ну, нам до этого там такого пухленького дойти. А? Тогда вот этот под пухленьким там где-то поворотник должен быть. Ну да, согласен, где-то там. Но через это на пухленькое. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, вот он сейчас. Ну все. Ну и все, через пушечку твою любимую, зато выйдешь, вот она, видишь, свеженькая, вот она, видишь, а? Я к тебе ее вывел, вспышечку, но тут вспышечку вывел тебя. Смотри, как быстро сдуло этот. Да, именно так, и оно, видишь, уже сдулось, а вот у тебя вспышечка вот она сверху, если будет хороший поток, имеет смысл брать, нет, или ты хочешь без? Я бы пожелал по классике сходить. 14. А? 14. Ну давай по классике. Ну, микровспышка у тебя прямо. Видишь, вот облако, которое ты рассчитывал, пукленькое, вот его как сдуло быстро. Вот оно, вот так и бывает. До поворотника, друзья, 12 километров. Должны ну как-то тоже маневрировать хорошо было бы. Не знаю еще как. Ну не знаю, я тоже как. Под этой вспышкой пройдем. Вот. До этого стояло красивое облако. Булочка. Ну булочку вот сдуло, булочка твоя да, справа из нее осталась. Ничего не осталось. И она, видишь, сдохла, поэтому тут тоже так можно как-то маневрировать. Вот это свежак может быть. Может. А может и не быть. Ну рискнем. Давай. Думаю, нормально. 10 километров до поворотника ни о чем. Высота полторы, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим. Я хочу маневр тогда через тот сделать. Ага. Это будет чуть-чуть по крюку. Ну, там крюка большого не будет, но согласен. Вполне себе маневр нормальный. Здесь тоже какая-то энергетическая линия получилась. Вообще посередине. Под ничем. В середине ничего. Inside the Neverwhere, да? In the middle of nowhere. Ага. Это точно. 8,5 до поворотника. Ну, уже или первые, или те, которые нас обогнали, или по той. Обратно. Ага. Появит.
Но тоже без на нашей высоте практически. Минуса 2. Ну, уже надо взять поворотники и дальше думать, что делать. О, как раз, видите, нас какая подлость подстерегла. В тени от потока находится поворотник. Минус 3,2 снижения. Как секундная стрелка. Вот, зараза. Поворотник взяли. Ну, теперь будем взять еще и поток. Да, потому что по линии четко маршрута ничего толкового нету. Дыра голубая, а мы достаточно низко уже. И минуса продолжаются. Эх! Да, такой драматичный моментик маршрута получается. Ничего драматичного нет. Сейчас возьмем. Есть вспышка, облачко. Сейчас мы идем. Я тоже для зрителей драматизма добавить. Понимаешь, так-то все не скажут. А что вы тут сидите, кресло не балдеете? И никакого драматизма. Вот и драматизм. Брали против ветра поворотник. Соответственно, на данный момент нас несет уже к следующему поворотному пункту. Ну хорошо, ветер нам помогает. До этого мешал. И до следующего пункта у нас 66 километров. Но мне не нравится, пойдем. Да, с первого раза поток не дался. Видите, какая кочерга у нас получилась, друзья. А такая каждая спираль это. Это ох. Представляю, какая боль у капитана оптимизма. Большая. В этой гряде. Да. Нет, это гряда по ветру. А? По ветру сольемся. Тут я с тобой соглашусь, для белизда. О, вот это хорошо. Сейчас его оседлать. Но. 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 Миленький, миленький, миленький. Ах, какой ты. Ах. Не соглали. Обнял. Рули не управляется, планер. Да. Вот, друзья, видите, где поток жил? Чуть не дошли до него. А вот сейчас капитан Оптимизм сделал круг, потом матюкнулся и сделал второй круг. И на втором кругу сработало. Мы еще чуть-чуть протянули по кромке облака. От солнца, вот видишь? Больше работы. О! И тоже. Плюется. Дрон под нами, кстати. С характером. А там акула, что ли? О, чуть не сбили. Смотрите, какие круголя речка Тиса делает. Такие петли интереснейшие. Трем. Вот такой рок-н-ролл нарисовала. Идем по маршруту. Коллеги идут тоже. Слева коллега выше, один, смотри, шеф пошел налево. Метров на 400 он тут. Да, на 400 метров, соответственно, быстрее летит. Чем выше, друзья, летит планер, тем разряженнее воздух, чем быстрее можно лететь. Так что выгодно лететь выше не только из-за того, что безопаснее, а из-за того, что еще и быстрее. Продолжаем движение к поворотному пункту. 37 километров до него. Я тебе скажу, и облако ему лучше работает. Он затягивается, а мы нет. Шеф, ты вылезаешь в свою любимую ситуацию, когда ты начинаешь слишком сильно смотреть то, как летит. Понял. Да, друзья, подходим к зоне, которая дальше без облаков. Оттуда приходит лазера, и так не сильно это смотрится высотой. Вот мы тут рассуждаем, что хорошо бы нам набрать. Капитаном Оптимизмом. Он протягивает, тоже не сразу был в центре. К нам протягивает. О. Да, видишь. Совсем рядом счастье было.
Сейчас ты совсем рядом. И еще какое. Так, набрали мы 2 километра, друзья, поворачиваем четко на поворотный пункт, а ему, может, другой пункт как раз. И вновь мы идем через пустоту, через голубое небо. Шеп, еще правее. И тем более по ветру сливаешься. Мы взяли вот этот поворотник, и сейчас спускаемся по этому лучу, будем брать вот этот поворотник. Потом нам подняться опять к облакам, и уже потом к финишу. Сейчас уже летим опять по своему небу. Пока ничего не встретилось нам на этом пути. До поворотника 6 километров, и нам в идеале набрать бы высоту. То есть у нас 1400. Сейчас ветер нам помогает, поэтому можно брать, ну, 2-метровый поток. Это не будет большой проигрышем. А если мы развернемся, то уже любой слабый поток будет проигрышем честным, потому что за время набора нас будет сносить. Поэтому вот такая вот дилемма. За ближайшие 4 километра нам, а лучше раньше, чтобы нас ветром как раз на поворотник снесло. Но это роскошь. Не факт, что нам доступно сейчас. Тут, как говорится, сцепил зубы и летишь себе спокойно на повороте. Да, шеф? Ну, да. Ну, повезло бы нам сейчас. 1,3 километра до поворотника. Буквально вот ситуация была бы идеалом. Шеф, ты решил в учебник «Мечта летать» главу вписать? Как правильно брать поток перед поворотником? Это он молчит, друзья. Я его не отвлекаю. Я только вам. Все ты правильно говоришь. Нечего добавить. А пока не оседлали этого термика. Не говори, Боб. Пока не хрюкнешь. Да. Тут он хороший. Как бы не сглазить. Должен быть. Вот где-то так вот. Тут чуть-чуть, да. О-во-во-во, энергия будет. Друзья, это... Нас сносит на поворотник. Сейчас вы увидите по спирали. На следующем кругу увидите поворотник наш. Вот это называется везение. Это уже везение. Никакой науки, чисто везение. Вот, смотрите, вот поворотник, нас на него сдувает. Я думаю, что мы прям коснемся его на какой-то очередной спирали. Ой, класс. В такие минуты сердце поет и говорит о том, что ух, какие мы молодцы. А в чем нюанс, видите, вот серенькая вот эта вот инверсия? То есть здесь погода хуже, если бы был крайний набор был 2000, то здесь уже и набрать-то выше нельзя сильно. То есть здесь у нас были наборы 1500-1600, то есть вот сейчас у нас 1550 и все, выше не получается. Поэтому, потому что мы сейчас вот тут подправились так по ветру, очень хорошо. Видите, вот он проходит, оп, по самому краешку, тянет время, но это совершенно не нужно просто, я так. Нам нужна высота против ветра. Да. Нам. Даже если нас снесет за поворотник, который мы сейчас на вот этой спирали возьмем, это абсолютно не страшно. Сейчас позеленеет. Все, взяли. И сейчас набор будет до максимума. Да, поехали, пожалуй. Ну вот, друзья, чем это закончилось? Мы сделали еще 2 спиральки. Сейчас против ветра через собственный поток. Капитан Оптимизм выведет наш авиалайнер навстречу хорошей погоде. Вот как раз по линии пути у нас вспышка ближайшая. Вот на эту ближайшую вспышку мы пошуршим. Ну что ж, спасибо этому моменту, потому что было бы намного обидней, если было бы по-другому. Хоть где-то нам повезло. Да. А контент какой сняли, а, шеф? Огонь.
Все, сейчас все по фэншую. Идем против ветра с максимальной возможной высоты. 60 километров до следующего поворотного пункта. Мы его берем и потом 118 километров домой. Какой-то очередной населенный пункт пролетаем. Классический, с церквушкой в центре. Все как положено. И вокруг поля, поля, поля. А мы молимся на эту пушечку, чтобы она нам дала энергию. Это было бы хорошо, да, шеф? Ну да. А ты где, ты говоришь, крутится? Впереди где-то еще? А? Крутит где-то? Да, там? Под следующим. А-а. Ну, может, под этим будет? Ну, мне кажется, что они до этого под этой крутили. Такое чувство, не уверенно. Разведывательная спираль. Смотри, чем тут пахнет. Нормально пахнет. Сейчас только центрик поймать его. Где-то тут надо протянуть. Видите, друзья, маршрутный полет соревновательный на планере — это череда наборов, переходов, куча мыслей, куча возможностей, разных шахматных ходов. Вот, интересные шахматы. Догнал тот. Вот. Посмотрим, он на такой будет останавливаться или нет. Или у него показывает... Остановился. Ну, а нет, мы пошли дальше. Пошли дальше. Вот с этой стороны вот эта вспышка была. Во-во-во-во. А. Что-то не то делаю. Ну, пошли. Давай. Пошли. Два планера крутили. Поток впереди, ушли дальше. Вот. Да, вижу белизну, вот она. Да. Где-то на этом курсе. Да, но только опять же пройти надо в противоветренную сторону. Угу. А ветер чуть слева. Попробуем. О, энергия явно есть. Оседлать сейчас еще нужно. Ну-ну-ну. Там над нами кто-то. Там напрямой. Под нами наш товарищ. Ага. О, третий коллега подстроился. Где третий? О, еще снизу. И снизу кто-то подстроился. Обложили нас. Замесили в нашем потоке. Пошел он нахуй. Выбили из потока. Вот снова. Пошли дальше. Нет, не пойду, не дам. Покусаю, но не дам. Так, нам правее. Да. Ну, вот под эти пушечки, да. Друзья, низко-низко летят два планера, три планера, и все летят в одну точку. Жинок было, и там нужно спешкуть сжать, и было неплохо, только три ее, только, ну, три. И даже не только мяч, смотрел в других местах, другие тоже хорошо ели. Посмотрел наверх, думал, правильный планер, это самолет рейсовый. Да. Ага. Да, хочешь выиграть чемпионат мира, иногда приходится низко летать, да, шеф? Да, ну как? Они идут, либо получат, есть, либо нет, но не получат. Ну, докрутят на какой, на каком-то там. А может, нам с ними дают по этой энергетической гряде пока. 40, 30 градусов. 40, много. Много, да. Ну вот вспышка вот здесь, вот. Сейчас и это хорошее.
И это хорошее. Ну, короче. Давай посмотрим, если встанут, подвернем к ним. Вот, смотри, как берет. Вау! Будешь закручивать? Он, наверное, даже не будет закусывать, а нижнему уже нужно. Нижний встал, да. А мы не получили. Ну, видишь, мы пошли опять как тот осел посередине. А? И не вашим, и не нашим. И не направо, и не налево. Да можем пойти здесь набрать. На вот это облако слева, но оно уже по 90 градусов к линии пути. Это уже ошибкой будет большой. Но мы дотягиваемся до скучек впереди нормально вот этих. Ну, на 1000 придем, как они. Но зато по линии пути все в порядке. Ну, не так оно красиво выглядит, но зато мы что-нибудь свеженько найдем. То же самое, думаю. Да? Ну, тоже, да. Городочек, контрасты. Должно быть хорошо. Вот, и вспышка эта, видишь, она не тает, она, наоборот, набухает по чуть-чуть. Ну, если что, против ветра поставим эту. Да, следующую и все. Если что, и по гряде пройдем, может, где-то пробьет. Ну, да. Друзья снизились уже на 1050 метров, но у нас хорошее облако прямо по курсу. Надеемся. Надеемся на него, да. Справа туман, облаков никаких нет, одно одинокое торчит. Ну, то есть так, погода сложненькая. Сейчас, конечно, взять вкусненькое и выбрать под самую кромочку. Вот левая, эта система состояла из двух облаков. Вот левая сейчас тает, а вот то, к которому мы идем, вроде как еще в стадии роста. И вопрос, сколько этой стадии роста осталось. Это всегда, конечно, дилемма. 950. Ну, где-то на 800, примерно, встанем, если получится. А нет, будем метаться по округе, искать поток, потому что пора набирать. Зайдем посередину, если не будет потока, пойдем против ветра налево. Потом надо железный искать. Подпикивает, но пока нормального потока нету. Поток должен скошенный, потому что мы очень низко. Да, мы низко, поэтому... По отношению к нему. О! Ох, не седлали с первого. И капитан Низом переходит в танец с потоком. Будет сейчас его ласкать, порить, лелеять и попробовать... Уговаривать. Буду уговаривать. Чем текучие полметра. Пошли! Нет, еще не хочет. Уже лучше. Лучше, но не то. Федота не тот. Узенький, с перегрузкой придется. Какую перегрузку капитан оптимизм делает? Вот такую. А сейчас уже спокойненько. Ох, какой, с характером. С характером. Да, друзья, вот можете вспомнить, как мы начинали набирать. Этот город выглядел. Вот мы заканчиваем, то есть нос ветром довольно ощутимый, вот, видите, как сдул нас ветром. Мы набрали высоту 1750, да, и пошли дальше по маршруту. Сейчас. Нам нужно будет направо на 90. Да. Ну, на 90 не буду, на эту... На ближайшую вспышку. Ну, там нормально получится. О, сейчас хорошо, градусов 20 разница. Но мы как раз против ветра режемся. Отлично. Продолжаем наше движение, друзья. Осталось 29 километров до поворотного пункта. После этого 118 километров до дома. Вечерело. 4 часа дня уже.
Как известно, вечером погода. Вы слушаете радиопередачу, как да. Капитан Матуза уговаривает поток. Повтори, пожалуйста. Сейчас. Ну, там от души шло, сейчас не могу имитировать, все. Я злой на него и в эфир не буду говорить всех слов про поток, что я сейчас подумал про него. Угу. Зря мы спирали две последние. Ну, понятно, да. А хотя облако рассело вообще просто до безобразия. Ну, вот и вот. Ну, да. Вот, плохо сказал про поток, он сразу обиделся, показал, какой может быть. Водоповоротник следующий еще возьмем. Как раз над поворотником висит, посмотри, следующее. 23 километра до поворотника, следующее облако над поворотником. Друзья. Похоже так. Сейчас посмотрим. Какой-то или речка, или канал. Нет, знаешь как? Вот тот маленький, мне кажется, городишко. Да. Это наш поворотник. Да. Но нам стоит все равно в эту идти, да? Ну вот на облачко идти, да. Либо. Не, направо точно не надо. Ну, направо есть гряда. Ну, да, ну да, так. Да, все равно сильно сдувает. Сильно, да. Поэтому лучше вот сюда. Как раз дойдем, чпохнем, посмотрим, как там, что там. Чтобы вы понимали, зачем охотится капитан Оптимизм, вот ракета появилась. Микровспышка, но она действительно только появилась. А наша цель была вот это облако. Но он так, летит в сторону ракеты и смотрит. Любит, не любит. Черту пошлет. К груди прижмет. Пока непонятно. Из ракеты, видите, оформляется вот прям какую-то расплывашку. Но это в любом случае энергия, которую выкинула зону конденсации. И какой-то шанс, что что-то будет поднимать. Вот опять, видите, ракетой стало. И сейчас пройдем, посмотрим, будет подтягивать к ней. Друзья, вот как вы видите, вот курс на поворотный пункт, вот курс наш текущий. Мы идем на облако, вот ветер. Соответственно, когда мы возьмем поток здесь, если получится, нас ветром сдует, и вот этот вот крюк как бы немножко компенсируется. Но это если мы возьмем поток. А если нет, это будет просто некий подвиг мудаческий. Но так как кто-то крутит уже, в общем-то, сложно сказать, что это подвиг. Вот, одноклассники наши. Ну, неплохой поток. Молодцы, вот, ребята. Хорошо работаете. Хорошо работает. Да, конечно, подходить в спираль, когда уже кто-то крутит, намного удобнее, друзья, чем когда ты подходишь и сам сначала прокручиваешь, а потом к себе подстраиваешь, такой наглый, как мы. Ну, знаете, но сколько к нам подстраивалось сегодня? Ну, мы же раньше всех ушли. Да, мы все были. Вообще все показали. Путеводными этими звездами. Звездами. Хоть где-то звездами были. Ну, отлично. Сейчас, молодцы, ребята. Да, доберем 13 километров до поворотника. Когда вернемся, еще нам пиво принесите, пожалуйста. Да. Но с поворотника низко-низко сюда возвращается. Да? Да. Вот следующий клиент на поток. Но там низко-низко, но с поворотника уже закрутило. Mm-hmm. Представляешь, как быстро летает? Да. А нам сколько до поворотника? 13 километров. Ну, он 26 километров впереди. Человек. Ага. Ну, что делать? Вот так. Век живи, век учись. Ну вот и закончен наш наборчик. 2 километра высоты. Капитан Оптимизм взял курс. Вот где был самый шмак. Да уже идем. Это последний вздох, да. Господина Паже. Чуть левее на поворотник. Да. Вот этот населенный пункт, краешек его, похоже. Капитан Оптимизм попытался взять поток поворотника, но против классики. Ну, хотя сейчас боковой ветер больше. Боковой тут то же самое. Уже без разницы. Сейчас уже клюнет поворотник, чтобы не расстраиваться.
и вернется, попробует вернуться, ну или пройдет через поток, или вернется в поток. Оп. И помчался, во. А вот наш коллега как берет поворот, смотрите, оп. И погнался за нами змей. Куда тот ушел, не видел? Нет. Ну, вот эту белизну, потом... Вот 11 часов вспышка. Да-да-да, но вот и по курсу тоже. Хорошо. Пошпарили до 114 километров до стремляющего пункта и, соответственно, 118 до аэродрома. Какие у него наклеечки блестящие? А? Наклеечки какие блестящие. Ну. На солнышке прям ярко отсвечивают. Интересно так. А, тот тоже шарк с нами пошел. Вот шарк. Еще один мигающий подлетает. Угу. А может, полетели мы? Ну, полетели. Ну, прям по курсу спуска. Вот на нее. Все догоняют, как перед стартом. Ага. Все в одно облако, друзья, слетели, ну, прямо по курсу. Ну, чудес-то не бывает. Да. Всем домой хочется. Ну да, а линия вроде как правильная для всех почти. Учимся потихонечку. Поток отмаркирован столбом, поднимающимся планиров. Справа, конечно, облака красивее, но совсем не под пути. Видите, погода ярче. А нам погода вот таким курсом, даже, скажем так, левее. То есть вот сейчас буквально одна-две вспышечки, и дальше придется хромать уже по темноте. По всем высотам планера. Да. Ну вот к этим подходим. Ну не уверен, что... Ну, закручивай, 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 закручивай. По касательной, по классике, капитан Оптимизм будет поток набирать. Ну, если это будет хуже того, который мы бросили, ребята... То это будет, конечно, опа. Такой постабильнее даже. Ну да. И не лучше, и не хуже. Но тоже мясорубка. Ага. Ну, лучше. Лучше, да. Ну, смотри, 2,5 устойчиво. 2,7. 2,7. Вполне себе, но so bad, как говорит Клаус. Вот, no, друзья, so... обычно вы такое видите нас перед стартом. Обилие планиров. А сейчас вот мы на маршруте встретились. Ну, бывали дни, когда мы еще на маршруте встречали побольше. Вот, когда мы в Чехии летали, там вообще был какой-то один поток. Там 26, по-моему, планиров было. Но здесь надо понимать, что мы на нашей высоте тоже вот эта вот тусовочка. А этот поток вверх уходит. Я вам не могу показать верхних, потому что на фоне неба плохо видно. Зато на фоне земли, вот наши друзья пришли, коллеги. И все, у всех одна и та же мысль. Тут, в общем-то, все сходится. Вот они подстроились аккуратненько тоже. Шла, галтом таким, тусой. Жужжат и добирают. Ну смотри, коллег-то мы подуделали немножко. Они были почти на нашей высоте, а сейчас мы чуть-чуть отыграли. Ну немного, конечно. Ну нормально. Арбайтен. Мне кажется, что это наш класс в основном. Ну, двое, да, вот нижних двое. Так, один на нашей высоте, танго серо, мне кажется. Угу, да. Сегодня мы будем во второй десятке. Да. Огромных соревнований, где
летает 100 пилотов. В сумме. В сумме. Как это любят там? Отрицательное всплытие. Какой-то там еще рост. Ну все там. Отрицательное подорожание продуктов, да. Капитан Оптимизм сказал, что надо добирать до конца и рубиться как волк. Потому что до дому еще далеко. Там еще километр надо, кстати, будет набрать где-то. Даже 1300. Но это по дороге. И не факт, что там по чистому небу пустому будут хорошие потоки попадаться. Ну все, поехали. Ну, поехали. Так. Разгоняйся, шеф. Разгоняюсь. 94 километра до аэродрома. Чистое небо. И справа какое-то облачко есть, но не по дороге. Все, сейчас долет домой через какие-то помутнения. Вот, у тебя помутнение по курсу. Видел, шеф? Да-да. Куда я иду? Вот под такие помутнения мы и полетим. Ох, весело будет, весело. Ну, как проносится мимо, раз. А? И поналезли, да я комментирую. Да, тут и снизу, и сверху, и слева, и справа. Акула заколебалась нами набирать, набирает рядышком. А красивые наклейки, они ж мульти, то зеленым, то красным. Да, так хорошо, красиво, поблескивает так. Друзья, снимаю. Зачем на планера наклеивают наклейки? И ступик видно было, это еще здесь видно, белый планер красиво на фоне зеленых всяких насаждений. Представляете, в горах. Так, раз, мигает красиво наклеечки. Ну давай, сверкай. А? Да я хочу, чтобы сверкнул. О, сверкнул. Ну? О, двое, как красиво летят. Такой вот таборчик, друзья. Вечерний, спокойный, неторопливый. Еще 100 метров и будет долет. Да. 1,7. Он всегда встает дилемма, имеет ли смысл набирать, либо ломиться. Ну, нам-то ломиться уже как бы... Мы уже наломались сегодня. Да. Наломились. Наломились. Чуть протянуть нужно, шеф. Да я знаю, но... А может поплыли? Ну, 300 у меня показывает сейчас. А? Ну, поплыли уже. А зачем они набирают? А, вон уже поплыли некоторые. Ну, они повыше и были. Ой, вот. Ой. Тут акула, что ли? Да, вышла акула. Подло вышла и поплыла. Ну, вроде как долет. Ну, давай, пошли. Это каждая лишняя спираль. Ну, да. Чуть ли не 10 очков. Сейчас на двойку и 175. Хорошо. Поплыли домой. Все, друзья, мы летим домой. В любом случае мы долетаем. Потому что если даже будут исходники, у нас запас большой. Максимум, что мы получим штраф за пересечение финишной линии. Так это мы уже умеем. Вот. Так что плывем домой. С удаления 53 километра до спрямляющего. Ну, где-то 58 километров до аэродрома осталось. Снимаем контент огонь.
фотографируем какой-то из планеров. А что это летит? Твин Шарк или что? Твин Шарк, по-моему. Вот такие съемочки на долете. Все друг друга видео снимают. Видео фотографируют. Или я дурак, или они дураки. Почему? Курс туда куда-то. А что, у нас какой-то еще поворотный? Только что, друзья, был интересный финт. Мы снимались вместе с другими планерами. Потом они ушли вправо кардинально достаточно. Сейчас идут параллельным курсом нескольких километров. Но это сильно от линии пути отличается. Потому что мы вот строго идем на повороте. Вот почему так? Никто из нас не понял с капитаном оптимизма. Пролетаем в речку Кису, грузики всякие. Здесь огромное количество петель. Я не знаю, для чего эти петли используются. Они такие перегороженные. В основном русло идет, но тут у него речка идет такую, с характерными петлями. Сейчас основной страх, сбить могут. Все идут очень плотно. Поэтому ниже нас там кто-то идет чуть сзади. Все разгоняются. Я тебе переставлю на единицу. Мы попали в восходящий поток. Теперь у нас может быть лишняя высота. А лишней высоты быть не должно. Должны финишировать прям чпок. На 300 метрах над землей пересечь всю лишнюю линию. Выше пересечешь. Это значит, что не расходовал всю энергию, не перевел ее в скорость. Ниже штраф получишь. Вот так летим. Ну, тогда минус 5 встречается. Но они сейчас уже нам не страшны. Ну а мы что, начинаем обгонять кого-то? Слева планер на 1 на 10. Вот планер слева на долете. Мы вместе с ним захотим на посадку. Еще один планер сзади. Ой, два сзади, два справа вот. Ой, три. Ой, такой кошмар. Сейчас вы увидите, наверное, самую веселую посадочку, которая бывает. Вот это будет рок-н-ролл. Ух! На экране как будет подход к поворотнику. Поворотник взяли. Все, это финиш. Движение к финишу непосредственно. Если что, шеф, принцесса 275 может. Вот это мы шпарим. На все деньги, друзья. О, о, о! Еще сбоку прилетели черти. Да, красиво получилось. И все уходят вверх, чтобы сейчас разобраться, как вот этой всей стае зайти на посадку. Представляете, сколько народу? Это ужас. Пропускай. Пропускаем, пропускаем. Пропускаешь? Пропускаю их. Ага. Надо посчитать нам, мне. 1, 2, 3, 4. Четырех вижу. Да, такого я еще в жизни не видал, чтобы столько народу одновременно заходило на посадку. И еще и потоки есть. Есть, есть, но сейчас надо как-то всем... Ты главное не забудь мне сказать, когда шасси выпустить. Можно, можно. Скорость 150, выпускаю шасси. Давай. Шасси за бортом. Ну что ж, смотрим, как все это будет происходить. Аэродром вот. На аэродроме еще и напарковалась куча народу. Вот как, наверное, в большом аэропорту так не приземляются. Класс. Вот это тусовочка. Ну вот видите, все спокойненько распределились друг за дружкой и уже дальше идут.
это мне интересно, когда в аэропорту каком-нибудь подмосковном или каком-нибудь еще летают две Цесны в районе аэродрома. Так, переставляй. А, закрыло? Закрыло, закрыл. И, соответственно, там все нервничают. Ай-яй-яй. Как же так? Как же так? Столько народу. Сейчас кто-нибудь столкнется, нельзя подлетать к аэродрому. Подождите где-нибудь рядышком. Ну и вот, вот вам в реальности другого места. Понятно, что это уровень, конечно, чемпионата мира, но, в общем-то, все равно. В принципе, можно раньше сесть, но тут как раз и паркуются так, чтобы всегда дать возможность сделать некоторую такую колбаску. Наша цель подходит. А? Красиво все, молодец. Вот так подводим планер к планете. Приехали. Ну все, я побежал за машиной. У нас, друзья, трагизм нашей ситуации. Ой. Мы с капитаном оптимизмом вдвоем рубимся. Больше нет у нас никого. Кто на машину подал? Так что если через 2 года кто захочет. Опять 40. Ну, посмотрим, как. Присоединяйтесь. Ну так плотненько. Напарковались планировочки. Видите, целый даже трафик образовался из автомобилей. Обратите внимание, мопед. Этот планер цепляется к мопеду. И дальше мопедом его тащат. Это что за машина? Не Тесла? Ну, Тесл просто какое-то бесконечное количество. Ой, планер как раз проезжает мимо. Но я все равно больше всех на свете люблю свой верный Т4. Самая лучшая машина. Вот если бы такие делали, я бы только такие покупал. Надо чесать отсюда. Это, кстати, из нашего класса кто-то приземлился. У меня, кстати, пропустила еще одна Тесла. Я же говорил, что их много. Ну вот они. И вот мы приезжаем мимо Грида. Вот этот Грид 18-метрового класса, самого многочисленного, больше 40 бортов летает. И открытого. Что-то вроде 25, что ли, 30, по-моему. И вот там, на выселках, наш 20-метровый, 19 бортов.